В результате совместной работы судебных приставов и сотрудников ГИБДД взыскана задолженность по алиментам. В рамках исполнительного производства судебным приставам были применены меры принудительного исполнения, в том числе и ограничения в специальном праве. Невзирая на запрет, должник сел за руль, не имея на то права, так как является злостным неплательщиком по алиментам. Его долг составил 108 тысяч рублей. В отношении должника дважды составлено протокол за нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом. Эта мера принудительного исполнения заставила должника незамедлительно оплатить задолженность в полном объеме. На сегодняшний день за неоплаченные долги в Тверской области ограничено в специальном праве на право управления транспортными средствами 1200 должников, из них большая часть – должники по алиментам, 1000 человек. В результате применения такой меры тверскими судебными приставами взыскано 14 миллионов рублей, в том числе порядка 11 миллионов рублей с должников-алиментщиков. Ограничение, а оно применяется по социально значимым исполнительным производствам, касается не только автотранспорта, но и воздушных судов, судов морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклов и мопедов. Напоминаем водителям-должникам, после вынесения судебными приставами-исполнителями постановления об ограничении в спецправе, управление транспортными средствами недопустимо. В случае фиксации нарушения должник привлекается к административной ответственности. Административное наказание может заключаться как в 50 часах обязательных работ, так и в лишении права управления с изъятием удостоверения на срок до 1 года. Угроза остаться без права управления и стать пешеходом уже подействовала. Взыскано более 19 миллионов рублей. С начала 2019 года тверские судебные приставы в ходе рейдовых мероприятий с использованием приложения «Мобильный розыск», проведенных совместно с сотрудниками ГИБДД, арестовали более 60 автомобилей и взыскали свыше 3 миллионов рублей. Всего по постановлениям ГИБДД взыскано 90 миллионов рублей задолженности. Проверки на дорогах продолжаются.